Всем привет на Paper Boys, с вами Марк Тром. Сейчас 5 часов вечера, воскресенье, даже уже почти 6, и тут я встрепенулся и понял, что мне надо доснять видео, что у меня нашлось свободное время на это, и извините, если что так поздно, хотя я выкладывал иногда позднее, но просто хочу предупредить, что если оно будет немного спонтанным, даже не немного, а очень спонтанным, вы меня, пожалуйста, за это извините, потому что сегодня какой-то очень насыщенный день, я просто в шоке от всего происходящего, и впереди очень много дел, но тем не менее я сейчас сниму для вас видео. И тема этого видео: случалось ли со мной так, что меня палили, так сказать, то, что я транс, в кругах, в которых не знают, что я транс. Нет, со мной такого не было никогда, слава богу, и на самом деле по большей части это еще и потому, что я всем всегда, как бы, точнее, все мое окружение и знакомые моих знакомых, и вообще все знают, что я FTM. Точнее, знали раньше, только сейчас есть пара человек, которые не знают, и, соответственно, ничего не знают о моем канале, и о том, что я вообще блогер. Вот. Это очень, конечно, интересно, но у нас с ними нет общих знакомых, некому, как бы, меня спаливать, так сказать, им. Вот, и поэтому нет, со мной такого не было, но у меня были неприятные ситуации, как-то связанные с этой тематикой, например, то, что я кого-то с кем-то знакомлю, и меня потом, так, человек, который знает, что я FTM, вдалеке от этого человека спрашивает: а твоя подруга, она знает, что ты такой? И я такой: какой я? Она говорит: ну такой, вот такой странный. И вот это у меня происходит очень часто, и меня это очень-очень сильно бесит. То есть вот это словосочетание, вот когда человек не знает, как это объяснить, и говорит: ну такой, вот. У меня бывает только так, и у меня никогда не было, что меня палили без моего согласия. Да и в принципе я открытый трансгендер, то есть я считаю, что лучше я сразу все скажу человеку. Ну, конечно, не «привет, меня зовут Марк, я трансгендер», конечно, это не так происходит, но, по крайней мере, скоро, потому что мой канал могут найти в интернете, по моей страничке ВК очень легко понять, что я транс, по моей интернет-деятельности легко понять, что я транс, и неловко будет то, если они будут об этом узнавать через интернет, чем от меня, и если они будут это узнавать, например, от других людей, чем от меня. И я хочу, чтобы я сам делал каминг-аут, чтобы люди слышали это от меня, и чтобы, тем более, я сам видел их реакцию, понимал, надо мне с ними общаться или не надо, что вообще это за люди, и как они относятся к ЛГБТ. Вот, и, в принципе, если вы открытый трансгендер, я это вам делать советую, потому что это на самом деле поможет вам избежать неловких ситуаций, потому что реально лучше это услышат от вас, чем не от вас. Но, как бы, моя ситуация — это моя ситуация, меня очень легко найти в YouTube, поскольку у меня везде один псевдоним, и мой канал могут найти абсолютно любые люди, зная просто мое имя и фамилию, Марк Троман, и я, как бы, это прекрасно понимаю. У меня было так, что мои знакомые находили мой канал, и такие: что? Ты снимаешь видео? Но, слава богу, они знали, что я транс, и не узнавали. Для них это не было сюрпризом, что мой канал именно на трансгендерную тематику, а не на какую-либо еще. Вот. Так что как-то так. Это все, что я могу вам сказать. Сегодня, кстати говоря, будет... Сегодня 18 марта, а это значит... Нет, это не значит, что выборы, это значит, что сегодня будут наши перформансы в Музее звука. Помните, в прошлом видео я вам рекламировал, и сегодня я вот пойду, и мы будем выступать. Я надеюсь, все пройдет весело, и что людям понравится, и, может быть, кто-нибудь из вас придет. Это будет очень мне приятно и здорово. Вот, и в честь этого позвольте я еще раз вам напомню, что мы проводим перформансы каждый месяц, и я оставлю на всякий случай ссылку в описании на следующий ивент, или как это назвать, просто на нашу группу, где вы можете за этим проследить. Вот, спасибо большое за просмотр этого видео, надеюсь, вы меня извините, что это так поздно, и вообще я такой весь
торопливый сегодня. Вот, но я надеюсь, вы меня поймете. В принципе, я сказал все, что я хотел. Подписывайтесь на канал Paperboy, подписывайтесь на мой канал. И встретимся с вами, как всегда, в следующее воскресенье на канале Paperboy. Всем пока!